Если вы хотите узнать об истории христианства просто, честно и занимательно, присоединяйтесь к нам. Вообще об истории христианства можно рассказывать по-разному. Можно говорить о жизни пап, какой папа сменил какого папу. Можно говорить о великих императорах. Можно вспоминать сражения, которые происходили в истории христианства. Но мы предлагаем вам другой путь. Мы предлагаем вам узнать об истории христианства через жизнь героев, людей, которые, собственно, и составили христианство. Мне кажется, это самый интересный подход – посмотреть на людей, на их переживания, на их радости, на их сомнения, на их взлеты и падения. Поэтому мы приглашаем вас в курс, который называется «Лица истории христианства». Наш курс состоит из четырех частей. Первая часть – это история античного христианства. Это христианство, которое развивалось первые 6 веков. Вторая часть нашего курса – это Средневековье. Средневековье начинается с 7 века и до 15-го, то есть все Средневековье мы попытаемся охватить во второй части нашего курса. Третья часть – это Реформация. Реформация – это герои, которые жили в 16, 17 и 18 веке. И последняя часть – новое время, 19-20 век. Самое, наверное, яркое, трагическое и насыщенное многими перипетиями история. В качестве путеводителя мы захватим 2 мои книги. Книга, которая издана уже более 15 лет назад, «20 веков христианства», двухтомник. И недавно изданная книга, хотя она уже выдержала 3 переиздания, «Популярная история христианства». Итак, друзья дорогие, в путь, в прошлое.